Тут начинается такая тема, музыкально-речитативная, а может быть и певчатая. Слушайте, дорогие слушатели, я вам спою. Спою что-нибудь, что у меня на языку. Вот примерно такая тема. Дальнобойная жизнь на колесах. Расслабься ты и послушай это. Может тебе будет хорошо. Да, я знаю тебе. Чувак, держись крепче за руль, ты сейчас послушаешь такое, что может тебя дух возьмет, и ты скажешь, да, есть такой чувачок на Урале, он живет, понимаешь, создает такой цветотив и всякую под минуса разные, да? А колесо, оно круглое, и оно их крутится, крутится, да. И я могу спеть и другое, да. Слушай, вот примерно такое. А я везу все подряд, лишь бы мне заплатили за груз туда-сюда. Да, это такая тема, да. Всегда грузы возят туда-сюда, а платят нифига. Нифига не платят, да. Едешь туда-сюда. А я везу грузовик мне. И меня и бывает, не бывает дома меня долго, понимаешь, да? Я недели две-три, а может и месяц буду в дороге. И я буду скучать по всем моим родным и близким, понимаешь, да? Вот примерно такая лобода у этого чувака, да? Да, 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 да. А колеса крутятся, да? И хорошо мотор шепчет у вас в вашем страхе, да? Я понимаю вас хорошо, все хорошо у вас, да? И у меня тоже неплохо, да? Ну вы рубите бабло, а я сижу здесь для вас, да? Сочиняю песни классные, да? Понимаешь, да? Да-да-да-да. Слово «да» у меня, наверное, миллион раз получается за раз. Ну это не все, я просто вам настроение сниму. Чтобы у вас все было под резком в дороге и всегда по жизни, да? Ой, извините, слово «да» вылетело опять. Понимаешь, да? Ой, ой. Ну вот, и какое слово, звук, звук опять прилетел ко мне. Но тут конец жизни и музыки, да? Ой, опять, да. Ну, короче, поставьте мне палец вверх за прослушку. Кто прослушал, тот молодец. Я был тот самый Толя из Уфы. Тот самый певец для вас. Для вашей души. Ставьте мне лайки, пальцы вверх. Я это выложу или выложу, и все будет вместе. Респект вам, мужики, дальнобойщики. Респект.